выложил сегодня видео. Еще приятно ловить в таких водоемах, что мало желающих. Пусть рыбка поклевывает, но на Мормышке не так много любителей у нас. И тем более ловить на таких водоемах. Еще небольшой пятачок растаял. Здорово, ребята! Вчера здесь я половил. Довольно неплохо, на мой взгляд. Сегодня выложил видео, вот, как я сказал. И один из комментариев был такой, что, дескать, нету ли более нормальных мест для ловли, чем в этой сточно-канализационной канаве. Неужели мне так нравится? Да, нравится. Нравятся канавы, нравятся компактные водоемы. Но главное не в это. Главное то, что, как я сказал, Волга только-только вскрылась у нас после морозов, и еще большие закраины. Я, конечно же, хочу плавить судака, щуку нормальным джигом, даже микруху. У меня много интересных палочек имеется сейчас на руках, но пока никак. Сейчас ставлю видео с сегодняшней Волги. Я ездил, искал, где бы покидать, но либо ветер сильный, сейчас у нас ноль, но ветер 4-5 метра, порывы до 12. Он южный, здесь он в лицо, но хоть в низинке, более-менее, может быть, как-нибудь попробую половить. Особо успеха не ожидает сегодняшней рыбалки. Уже час дня, но что половим, то половим. Давайте. Комплект тот же, Гамар Суара Монка 007 будем считать. Давайте привязываться. Ух ты, только стих ветер, буквально на полминуты, и сходу четкий тюк на паузе. Я поставил 0,3, начал экспериментировать с цветами мотыля, на такой вот, первый заброс. 0,3, ветер не дает опуститься ниже. Спасибо, ты сегодня первый, надеюсь, не последний. О-о-о. Так, кто это? Еще один окунь. Еще один окунь. Тот же цвет, та же приманка. Тот же вес. Блин, реально? Я не ожидал, что сегодня будет клевать. Со вчерашнего сильно упало давление, а сегодня к вечеру снова на повышение идет. За ночь выпало много снега с дождем. Капризы, перемены погоды. Да, но ветер, конечно, страшный для ловли на морма, еще он боковой. Жаль, что пришлось увеличить вес до 0,3. Зацеп. Пришлось увеличить вес до 0,3, и теперь вряд ли мы поимеем поклевку белой рыбы. Она по прошлому видео, как вы помните, здесь присутствует. Окунечек, но не крупный. Но вот здесь вот присаживался на приманку. Сверхделикатный кончик, как кивок, затрепыхался при поклевке, но рыба сошла. Не крупный окунь. Не жалко. Надо ловить, попробуем. Веду по дну. Вот она, поклевка. Прекрасно видно касание приманкой дна, даже в такой ветер. Гамарус позволяет ловить осознанно. Сегодня другой цвет фаворит.
приносит поклевки. Такая вот приманочка. Мотыль. Ух ты! Четвертый вид рыбы. Тебя я еще не ловил здесь. Люблю эту рыбу. Классный. Классный перыш. Маленький, но толстенький. Спасибо тебе, спасибо. Гуляй. Так, может быть, и перчатки не стоит одевать. Поклевки случаются, если не на каждом, то через заброс. Тратить время постоянно снимать, одевать их не хочется, хотя руки уже все обветренные, шершавые, в трещинах. Приходится с чем-то мириться. Иди сюда. Оборвался. Ветер еще больше усилился. В итоге решил поставить 0,35. Такое вот ядро. И Bulltail Slim как-то. Так вроде приманка называется. Похоже на Whitebait. Увеличил вес. Сейчас попробую чисто уже окунька половить. Пошла какая-то крупа еще снежная. С дождем. Может быть, окунек немножко еще поклюет. Или буду собираться домой. Что, еще помучаемся или будем завершать это увлекательное в кавычках занятие? Бонус. Трофей поймал. Как погода меняется, то снег с дождем зарядит, то солнышко выглянет. Сюда на лежащую приманку на дне взял. Так, ну что вы будете? Мало-мало меньше, что ли? С каждым забросом все меньше и меньше окунь. Стоило выключить камеру, как сразу произошла поклевка. Но я видел эту рыбу, это окунь, но не бонусный. Чуть-чуть больше тех, которых сейчас я ловил. Еще сход. Было поменьше, поменьше. Что такое? Третий заброс, третья поклевка. Снова сход. Я не знаю, сколько эта мормышка весом. Наверное, даже 0,4 какая-нибудь. Оборвал. Оснастка вот здесь вот висит. Вон она. Поймать еще окунька одного хочется отсюда. Сейчас я этим шаром по головам постучу полосатым. Не успел, наверное, включить камеру. Вот снова такой вот окунек. Ну, не знаю, что он не засекается. Что он не засекается-то? Просто прикол. Это просто прикол. Он издевается надо мной. Я уже максимально медленно провожу приманку. Угол подбираю, чтобы прямо вдоль вот этой вот травки.
который там оставил. Ладно. Вон они болтаются. Вчера забыл сказать. Похоже прям на вход куда-то к черепашкам-ниндзя. Ладно, оставляю канаву в покое. Достаточно с нее. Пора и честь знать. Надеюсь, следующая футболка все-таки пройдет уже наконец-то на Волге. Все, всем счастливо. Всем пока.